Нехорошо, Витёк, тебе уже 10 лет. Успел сносить уже пару штемлет. Должен зарабатывать, как и все в семье. Глупо воровать легко, присесть на скамье. А чей это ты чужой кошелек нашел? Да за такую находку ты к тюрьме подошел. Напугал ежа голой жопой, респектабельно. Молодец, сынок, но сделал все неправильно. Напугал ежа голой жопой, респектабельно. Молодец, сынок, но сделал все неправильно. Улику выброси, с тебя потом и не взыщи. Деньги в кошельке, как секс и баба жаркое. Получив первое, не надо таскать с собой второе.